Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Василий Петрович, здрасте. А я вас еще вчера ждал. Вы погостите, или как здесь принято говорить, на прописку? Удивительно вы человек, Юрий Иванович. Даже в таком положении не теряете чувство юмора. Чувство юмора и вера в справедливость. Это то единственное, чего у меня не отнять ни судебным исполнителям, ни местным вертухаям. Проходите, садитесь. Чувствуйте себя как дома. Ну, как вам тут? Как в тюрьме. Дефицит свежего воздуха, витамин, солнышко. Питание ужасное. Да, я попрошу, чтобы улучшили условия. Спасибо вам, гражданин начальник. Душевный вы человек. Василий Петрович, ну вы же не ради этого сюда пожаловали. Значит, Рада не проголосовала, и с нашими общими друзьями договориться не удалось. И вы решили предложить мне сделку? А что вы можете? Скостить мне мою двадцатку? Максимум до 7 лет. Ох, как заманчиво звучит. Но я, пожалуй, откажусь. А вот на предложение наших уважаемых вам бы следовало согласиться. Они хотят полный контроль над финансами МВФ через своего премьер-министра. Ну что, предложение прекрасное. Правда, на должность премьер-министра я еще своего согласия не давал. Вы тут ни при чем. Они хотят Карасюка. Кого? Карасюка. Сергея? Леонидовича. Я хочу все о них знать. Вы дадите на них компромат. Взамен получите свободу. Через 7 лет. Выпить не хотите? Пойдемте. Значит, говорите, Карасюк? Интересно. Василий Петрович! А? А? Да, согласен. Виски, нехти. 12-летний шмурдяк. Угощайтесь. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Шоколад, фрукты. А я с вашего позволения. Алло, Боря, а что это за хохма с Карасюком? Ах, это не хохма. Значит, все так решили? Окончательное решение? Понятно. А знаете, Василий Петрович, я, пожалуй, соглашусь на ваше предложение. Екстрена новина. Колишній прем'єр-міністр Юрій Чайков погодився співпрацювати зі слідством і надати свідчення по справі щодо розкрадання державних коштів. Далі слово нашому кореспонденту. По нашей информации, Чуйко пошел на сделку со следствием и готов рассказать суду о преступлениях ряда известных украинских бизнесменов. С хвилини на хвилину Чуйка мають доправити суди, якщо інформація підтвердиться і він дійсно розкриє схеми. Важко уявити, до яких наслідків це може призвести. Свідок, скажіть, будь ласка, чи попереджені ви про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань? Да, ваша честь. Добре. Ну, якщо перешкод
Для допиту немає, розпочнемо. Пане Чуйко, яку інформацію ви хочете повідомити суду? Я готов сообщить суду о преступлениях, совершенных Михаилом Ройзманом, Рустемом Маматовым, а также Андреем Немчуком. Более того, я готов предоставить документы, в которых содержатся все данные об их преступной деятельности. Компании, схемы, люди, суммы, счета. Ну что ж, давайте идти последовательно. Что вам известно конкретно про злочины Маматова Рустема Ашотовича? У меня есть непромежуемые доказательства незаконной приватизации украинских облэнерго господином Маматовым. Тварь. Надо было мочить, сучонка. Паша, готов самолет. Надо делать ноги. Че ты стоишь, оглох, что ли? Самолет, говорю, готовь! Не торопитесь. Надо посидеть на дорожку. А що ви можете повідомити суду з приводу незаконної діяльності пана Ройзмана? Здесь содержатся доказательства фальсификации результатов аукциона по продаже Никопольского ферросплавного завода. Ну? И где машина? Сейчас. Где Марик? Че ты стоишь? Звони! Марик, ты где? Такие пробки! Я сказал тебе пуля, меня уже давно здесь было быть не должно! Ты меня понял? Марик, ты слышал? Давай быстро, мы тебя ждем! Сейчас будет! А что вам известно про злочины пана Немчука? Вот здесь описаны все схемы. Название компании, счета, а также суммы, которые господин Немчук незаконно вывел из страны. А ты чего не улетел? Билетов не было. Василий Петрович, мы рады вас видеть. Добрый вечер. Ну, зачем же так грубо? Хотели видеть, позвонили бы. Мы всегда рады. Рад, что вы в хорошем настроении. Хочу вас такими и запомнить. Позвольте узнать, каков статус данной встречи? Это приглашение? Арест. Или, может быть, обзорная экскурсия? Почему бы не полюбоваться хорошим видом напоследок? Вы нас покидаете. Это вы нас покидаете. И куда мы едем? В места не столь отдаленные. Нет, так не получится. За нами каналы, суды, лучшие адвокаты. Вы проиграете. Я думаю, я сэкономлю ваши деньги. Суда не будет. А что будет? Будет экспроприация и узурпация. Мы заберем все ваше имущество, а затем узурпируем вашу свободу. Посадим в тюрьму. Без суда и следствия. Ну, во-первых, это не в ваших принципах. А во-вторых, мировая общественность вас не поймет. Потом, вы же знаете наш народ. Они любят обиженных. И обязательно дадут нам последний шанс. Это правда. Народ у нас слишком добрый. Хотя вы ему 25 лет шансов не давали, он вам один шанс все-таки даст. Вот три конверта. В одном из них билет. Правда, в один конец. Так что у одного из вас есть шанс. Пожалуйста. Я не шучу. Как знаете. Что за голимый развод? Видимо, наш народ поменялся. Шансов нет. Простите, мне пора. С новосельем! Шановні колеги, я вкотре ставлю на голосування пакет законів, які пропонує президент України. Я сподіваюся, всі добре розуміють, наскільки життєво необхідними є ці закони для нашої країни в цілому і для президента особисто. Прошу голосувати. За 450. Рішення прийнято. Вітаю. Вітаю. Дякую.
Дякую. Спасибо! Встречайте нас. С приездом. Ну, простите, ничего не привезли вам со Львова. Не было времени просто. Да, ну перестаньте. Ну что вы же главное кредит привезли. Да. Это да. Как у вас дела? Ой, да у нас здесь такое. Олигархи покинули страну. Да, да. И прихватили с собой карманных депутатов. Отлично. Да, и мы начали презерватизацию и консервацию. Реприватизацию. И конфискацию. Ну, я это хотел сказать, ты понял? Понятно. В общем, ребята, есть ощущение, что через год заживем, как Швейцария. Оля, какой год? Да уже через полгода. Здесь будет такое? Я уверен, так все и будет. За это давайте выпьем. Поехали! Ура! Доброе утро. Доброе утро, дорогой. Что-то грустно. Новый год скоро, радоваться надо, а ты кислая сидишь. Да в том-то и дело. Год пролетел, как один день. Садись, что ты стоишь? Не, мне надоело. Сядь, поешь, потом поедешь. Хорошо. А куда ты собрался? За подарками. Ты время откладываешь на последний день, потом носишься, как угорелый. Опять в меха автосалоны. Ну, конечно, куда еще? Петя, ну, в этот раз придумай что-нибудь пооригинальнее. Ну, шубы уже вешать некуда. Ну, это же уму непостижимо. Надень медработника шуба, надень конституции шуба. Ты же не дали, как вчера, за пивом сходил и вернулся с песцом. Ну, выпивший был. Резко захотелось тебе приятно сделать, но... Петь, ну хватит, я тебя очень прошу. У Наташи с машинами та же проблема. Ставить некуда. Доброе утро. Доброе, доброе утро, сыночек. Садись завтракать. Мам, что это опять на столе? Я же просил простую еду. Что это, соловьиные яйца? Икра летучая мышь. Ну почему? Наша Летиция испекла роскошный рождественский панеттон. Попробуем. Я хочу просто жареной картошечки, яичницу, оливьешку, шубу. Шубу хочешь? Глава МВФ. Точно. Невозможно, человек. Три дня подряд звонит, каждые полчаса. Прошайка. Летиция! Си, сеньора? Я сколько тебе раз говорила? Внимательно читай инструкцию на бирке, прежде чем что-то стирать. Ну, что ты сделала с моей кофтой? Скуза, сеньора. Скуза. Скуза, конечно. Ну, что мне твое скуза? Скуза. Ты уже четвертая скуза за целый месяц. Две блузы, один кардиган. И это моя любимая кофта. Ну, сейчас, ну, куда? Ну, вот куда это натяну? Я все исправлю, сеньора. Знаешь что, если тебе не нравится работать служанкой, что ты мучаешь всех, нас и себя? Давай езжай в эту свою пизу. Кем ты там работала? Заместитель мэра? Кируй своей пизой. Che cosa sto andando a fare, umili, di queste persone meravigliose? Бельёза, бельё. Бельё, кстати, замочила? Sì. Ну так иди стирай. Чё я твой язык понимаю, а ты мой нет? Кто у кого работает? А? Все, в конце концов, это просто кофта. Это моя любимая кофта. Из шерсти, самой викуньи. Кого? Ну, викуньи. Три её месячные зарплаты. Давайте француженку возьмём. Говорят, они в хозяйстве на порядок лучше, чем итальянки. Давайте вообще весь Евросоюз трудоустроим. А? Француженки, испанки, немки, папа. Немки хорошие нянечки. С ними ребенка спокойно можно оставить. Кстати, Вася, это правда, что со следующего года за третьего ребенка будут отдавать квартиру и 250 тысяч евро? Да, я вчера подписал указ. Маль, может, рискнем? А мы еще ого-го. Отец, прекрати. С меня уже хватит и детей, и денег. Так, ну все, ладно. Пока, я пошел. Вот приставочек, придется ответить. Да. Нет, денег не будет. Господин Адельванштайнер, мы вам уже одолжили 20 миллиардов в прошлом месяце. Я уже молчу про 30 миллиардов позапрошлом. Хорошо, не надо плакать. Ладно, мы постараемся что-то сделать. Постараемся найти, там, какие-то, может быть, средства у нас остались в фондах. Исследование смысла жизни. Хотя я никакого смысла в вашей жизни не вижу. Не вашей, я имел в виду в жизни МВФ. Да. Пожалуйста. Да. До свидания. Я вам перезвоню. Нет, вы не звоните, вам дорого. Дружини, Мариуш! Доброе утро, Мариуш. День добрый, пане Петшин. Ну что, как дела?
Ну, не, добре. Хотел бы на święто до Польски заехать, родину побачить. Але не мам пенензи. Пан бардзо мало ми плачет. Ну, так надейся другую работу. Мы никого насильно не держим. Вот сейчас метрополитен. Три новые ветки запускают, набирают контролеров, носильщиков, проводников и вагонов. Иди туда. Метрополитен хорошо платит. Але треба мову знать украинском. Да кто ж тебе виноват? Войцек ты Юрзельский. Полгода уже здесь живешь, а язык так и не выучил. А? Доброго ранку. За наступаючим вас машину подано. О, учись. У японцев язык вообще другой. Отличается от нашего кардинально. И ничего, выучили. Ну, я вообще без акцента говорят. А ты тоже славянин. Язык у нас похожий. А выучить не можешь. А почему? Потому что лентяй. Правда, Кирасан? А в Испании. Ваша правда. Поехали, Кирасан. До зубачення. Чего? До побачення. До побачення, олух. Поехали. Вася, нужно обсудить с тобой несколько вопросов. Девочки, я опаздываю. У меня запись новогоднего обращения. Мы быстро. Только самые горячие. На ходу можно? Легко. Давай. Международный олимпийский комитет ждет от нас проект Олимпийской деревни в Конотопе. Нужно, чтобы ты утвердил какой-то вариант. А мы можем использовать деревню, которую построили к летней олимпиаде в Коломы. Ну, Вася, мы что, нищеброды, два раза использовать одну и ту же деревню? Ну, ну хорошо, я после записи посмотрю смету. Угу. Вы ее подготовили? Угу. Сколько там? 50 миллиардов долларов. Вы что, с ума сошли? А что не так? Ну не хватит этого. Накиньте еще 20 миллиардов. Хорошо. Все? Нет. Девочки, новогодние мощи. Вася. Нет. Нет времени. Увеличился поток беженцев из Западной Европы. Пропускные пункты не справляются, консульства работают круглосуточно. Приемники забиты, селить некуда. Расселять людей по селам. Нужно поднимать сельское хозяйство. Да куда уже его поднимать, Вась? Мы и так первые в мире по экспорту кукурузы, молока, мяса. Понятно, Оля, а где мы не первые? Производство манго. Там Индия на первом месте, мы вторые. Ну вот видишь, есть куда стремиться. Как говорится, догоним, перегоним Индию. Угу. Кстати, по поводу Индии. С наступающим Новым годом, пока. Да, господин Адель Вайнштейн. Ну что ж вы опять плачете? Ну, успокойтесь. Я обещал, я сделал, деньги уже пошли. Не за что. С Новым годом, с новым долгом. Успокойтесь, я пошутил. С новым счастьем. Да, до свидания. Шановні українці, ми з вами стоїмо на порозі Нового року. І зараз, користуючись нагодою, дуже хотів поговорити з вами відверто. Начну з актуального. Курс гривні. Я розумію, не всі довольні. За останні 2 місяці курс вирос з 27 до 35. Але це ще не все. Ми зробимо все, щоб к концу року курс був 50 доларів за 1 гривню. Шановні українці, мы обещали, мы сделали. Вы хотели идеальные дороги. Мы сделали по 8 полос в каждую сторону. Но из-за высокого благосостояния каждого украинца вы пересели на собственный вертолет. Из-за этого у нас теперь есть проблемы в передвижении в воздушном пространстве. Поэтому я обращаюсь к вам. Не нужно летать на вертолетах по поводу ИПС. Все-таки в аптеку, спортзал, магазин, ну, по крайней мере, мусор вынести можно и проехаться на автомобиль. Знову актуальна тема – українська мова. Шановні, після того, як українська мова стала міжнародною мовою, після того, як кожна друга людина у світі стала розмовляти українською, ми, українці, зовсім перестали вчити другі язики. Це неправильно. Ви тільки представте, як приємно буде французам, англічанам, не знаю, німцям, якщо в їх рідних странах ви будете говорити на їх рідних язиках. Ведь вони ж в совершенстві владіють украинским языком. На мою горячую линию часто приходят сейчас вопросы, когда же снизятся коммунальные платежи. Сейчас я хочу обратиться к нашей молодежи. Ребят, пожалуйста, поговорите с вашими папами, мамами, с вашими бабушками, дедушками, прабабушками, прадедушками. Объясните им, что уже 2 месяца, как мы отменили все коммунальные платежи. Абсолютно. Ноль. Но невозможно платить меньше нуля. Зараз еще стосуется международных відносин. Шановні, всіх вас беспокоїть вопрос, так що ж будуть делать з бывшим президентом Росії? Я считаю, що це внутрішній вопрос граждан Російської Федерації. Якщо вони хочуть поставити второй мавзолей, пускай ставлять. В конце концов, у них є своє правительство. Вони рішають. Ну, все-таки не дураки ж там в Пекіні. Многое сделано. Ще многое
нам предстоит. Но я в одном уверен, на 100%, что все у нас будет хорошо. На всей территории Украины. От Донбасса до Закарпаття. От Симферополя до Сейшельских островов. На всей территории США. З Новим роком, шановні українці! Щастя вам! Василь Петрович, я, пожалуй, соглашусь на ваше предложение. Но на других условиях. Да. Во-первых, полная амнистия. Давайте хотя бы половину. А вы хотите весь кредит или половину? Во-вторых, снятие ареста со всех моих счетов. Это будет очень сложно. А вы думаете, мне будет легко? Вы представляете, что со мной будет, если они только заподозрят, что я пошел на сделку? Я буду мечтать только об одном, чтобы смерть была быстрой. А вы правда знаете, как это сделать? Для этого мне нужно знать две вещи. Сколько у нас есть времени, и кто вам подбирал этот парфюм? Хватит. Я об этом крючке даже слышать не хочу. Я все понимаю. Но учитывая ситуацию в стране, может, это все-таки вариант? В конце концов, он фигура временная. Что значит временная? Да, ты прав. С таким премьером кредит вообще теряет смысл. Выходит, вариантов больше нет. Есть вариант. Мика. Да, Васо. А завтра утром поедешь в СИЗО и заберешь Юрия Ивановича. Привезешь к себе, он согласился дать показания. Понял, брат, сделаем. Ты был у Юрия Ивановича? Да, я забыл тебе сказать. Он сдаст олигарха в обмен на амнистию. И что, ты действительно его выпустишь? Выпущу одного, посажу всех. Все будет хорошо. Пане президенте. Будь ласка. Ось, прошу вас. Що це? Рішення Верховної Ради про призначення Сергія Карасюка прем'єр-міністром. Я вмію читати. І що ви думаєте, що я це підпишу? Тобто ви накладаєте на це вето? Ви здогадували. Добре. З вашого дозволу. Де Міка? Васо, ми на місці. Дійствуйте. Будь здоров.